Знакомство с закулисьем нашего телеканала и возможность пообщаться с профессиональными журналистами стало еще одной страницей молодежного проекта «Медиацех 4К». С участниками медиашколы, которые на один день погрузились в мир телевидения, пообщался Богдан Колесников. Здравствуйте! Сегодня у нас программа «Открытый диалог», и у нас в гостях Екатерина. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о медиацехе 4К. Екатерина, знаете ли вы, что такое 4К? Да, я знаю, что такое 4К, потому что я участник медиацеха. 4К расшифровывается как контент, концепт, креатив и качество. Попробовать себя в роли телеведущего и узнать некоторые тонкости профессии журналиста. Старшеклассники и студенты из Люберец, которые на полтора месяца погрузились в захватывающий медиамир, осваивая практические навыки и развивая творческие идеи, пообщались с журналистами телеканала ЛТВ и узнали лайфхаки. Один из главных вопросов – как телеведущему бороться с волнением перед выходом в эфир? Самое главное – это замечательно, что вы волнуетесь. Если у вас волнение прошло, в принципе, можно из профессии уходить. Это вам скажет и актер, и, я не знаю, там, следователь особо важных дел, и режиссер, и ведущий. Волнение, безусловно, присутствует, но поверьте мне, как только ты выходишь в эфир, или ты начинается запись, оно куда-то, ну, не то что улетучивается, а потому что ты переходишь в другое состояние, вот как я говорю студентам. Ребята познакомились с работой режиссера монтажа, телеоператора и корреспондента, а также увидели, как проходит запись программы «Открытый диалог», которая регулярно выходит на Люберецком телевидении более 10 лет. Помимо каких-то уроков ораторского искусства, каких-то азов киноведения, я еще и попал на само ЛТВ. Я действительно смог увидеть, что такое быть на интервью, что такое сама студия. И каково это быть журналистом? Теперь я понял, что журналистика – это действительно мое. Мне очень понравилось, что в медиашколе можно встречаться с разными личностями и узнавать от них намного больше о разных сферах, о киномонтаже, о журналистике. Мне очень понравилось находиться в камере, где можно переключать разные сцены. Очень понравилось быть ведущим. Полученные в рамках медиашколы знания и навыки, в том числе во время встречи с командой ЛТВ, помогут добиться успеха в медиа и реализовать свои идеи и проекты. Лучшие будут представлены в конце декабря. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.